Варто зауважити, що вже трохи більше тижня пройшло від теракту у Крокус Сіті Холл. І, власне, досі слова пропагандистів, те, що вони говорять, про що заявляють, дуже різняться. Дехто продовжує звинувачувати недружній Захід, хтось, знову ж таки, виставляє докази стосовно причетності ІДІЛ, а дехто продовжує намагатися звинуватити Україну. На вашу думку, про що зараз найактивніше говорять і чи не втрачають спроби у Кремлі нав'язати ту версію росіянам, що таки Україна винна у цьому теракті? Ну, конечно, самое главное, что они делают, это ищут украинский след, потому что об этом говорит Путин, об этом говорит Патрушев, об этом говорит Бортников, об этом говорит Бастрыкин. Все видели, что, собственно, задержанных пытали просто со страшной силы. И теперь Следственный комитет говорит, что у них есть их показания о том, что они действительно, так сказать, ехали в Киев и их там ждали. Поэтому теперь понятно, зачем вот это зверство, зачем отрезание ушей, зачем, извините меня, электрический ток у гениталий для того, чтобы получить показания. Но даже по российским законам, по действующим законам, показания, полученные под давлением, я уж не говорю про пытки, не имеют юридической силы. Но, что называется, Бастрыкину с Патрушевым законы не писаны. И рассказал Путин, что тут должен быть украинский след, они будут его искать, каким бы бредовым не выглядели их слова. Пані Олю, як суспільство реагує на те, що відбувалося і в Крокус-холі в тому числі, і на ті заяви пропагандистів, які прозвучали? Тому що я бачив і відео, коли наступні були випадки повідомлень про номінування торгівельних центрів. В Петербурзі, здається, от наступна така новина з'явилася. І люди були, ну м'яко кажучи, напугані. Так? Тобто якийсь емоційний фон суспільства, він зараз досить таки вразливий. Ну, конечно, конечно. На самом деле, главная реакция, кроме страха, это всплеск ксенофобии. В первую очередь, к людям, у которых другой цвет волос, другой цвет глаз, которые не очень хорошо говорят по-русски, появляются там отказы. Понятно, что многие приезжие из южных стран работают в такси, появляются отказы, например, ехать в такси с человеком другой национальности и так далее и тому подобное. И то, что мы слышим, разговоры о том, что можно отказаться от смертной казни, это вот все эскалация этого страха и эскалация ненависти. Да, это то, что единственное, что делают постоянно кремлевские сидельцы, это поднимают градус страха и градус ненависти. Другое дело, что они забывают, что в конечном счете, если вы сгоняете до бесконечности, этот градус может обернуться против них. Но про это они почему-то не думают. Дійсно, пані Ольго, можна спостерігати, що почалися такі масові гоніння на таджиків, зокрема. І на вашу думку, ось таке розпалювання, зокрема, у суспільстві цих міжетнічних та міжрелігійних конфліктів, чи може це вийти на новий, більш масштабний рівень? Вполне может. Давайте не будем забывать, что в России есть вполне себе субъекты федерации, где преобладает мусульманское население. Поэтому, когда вот эта ненависть, ну, некоторые, кстати, разжигают ненависть вообще, в принципе, к мусульманам. Так. А другие, наоборот, говорят, что никакой ИГИЛ, тоже у Соловьева это звучит, никакой ИГИЛ в принципе не мог напасть, потому что у нас с мусульманами прекрасные отношения. И там, так сказать, приходится вступать ведущим, говорят, да нет, у нас же ИГИЛ объявлен не террористические организации, а эти спикеры это уже забыли совсем. Они считают, что, так сказать, мы там всех поддерживаем. Хамас, ИГИЛ, вообще всех подряд. Поэтому, конечно, так сказать, есть разные направления. Удивительно, что не слишком активен Кадыров. Да? Казалось бы, в этой ситуации наибольшую активность должен проявлять он. Но он публично не очень активен, но потому что ситуация такая, что, видимо, лучше немножко переждать. И, соответственно, почему я говорю про мусульманские республики? Потому что, конечно, с таким ростом ксенофобии люди начинают задумываться, а надо ли жить в одной стране? Если можно перевести стрелки на целый народ, на народы,
то, может быть, нам не очень комфортно жить будет и потом в одной стране. Пані Олю, натрапив сьогодні вранці ще на таке досить цікаве повідомлення в Інституті вивчення війни. Також звернули на це увагу, що ось російська православна церква, вона лише підживлює риторику Кремля, особливо з того приводу, що ця війна є священною, що Росія бореться проти сатанійського заходу, що все там вже давно втратило будь-який сенс врешті. І аналітики вважають, зокрема, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію, врешті. Це те, от, що ми чули, врешті, так, що Путін іде боротися з укранацистами там і тому подібне. Це ми чули на початку цієї війни. Зараз ми бачимо, що війна з СВО переросла в священну війну для росіян, врешті, і це те, про що відкрито говорять. На ваш погляд, наскільки це ефективно все-таки так всередині суспільства? І, як ви вважаєте, релігію залучати до ось таких заяв? Це не вперше вже ж, правильно? Я еще хочу напомнить одно совершенно маразматическое заявление патриарха, что русского национализма не существует, это всем известно. Ну, я не знаю, сказать, что там известно Кириллу, да, но, по крайней мере, вот это заявление, ну, как бы любого человека, который хоть немножко смотрел даже не политическую историю, а политические практики России, ну, выгоняет в совершеннейший ступор. Но опять-таки надо обратить внимание, что россияне гораздо менее религиозны, чем, например, поляки или украинцы. Достаточно просто посмотреть статистику посещения церкви в Пасху. А вот это самая такая история, наиболее показательная, потому что для большинства православных именно Пасха или Великий день является главным религиозным праздником. Просто посмотрите статистику, сколько людей приходит в России, сколько людей приходит в Украине или сколько людей приходит в Польше. В Польше Пасха будет уже завтра, и, соответственно, уже сегодня все магазины закроются, все люди будут готовить, я ближе к вечеру пойдут в храмы. И просто потом город вымрет, Варшава. Поэтому Кирилл может сколько угодно пыжиться, но надо понимать, что он лишь некий деятель кремлевской пропаганды и больше ничего. Я уж не говорю про тех священников, которых тоже немало, которых все время запрещают служение и которые выступают против войны, несмотря вот на весь этот ужас и кошмар. По большому счету, вся трагедия Русской Православной Церкви случилась еще при Сталине, когда он решил ее подмять под себя. И, собственно, с той поры священников, ну, я напоминаю, сколько священников было уничтожено еще во времена большевиков. И, собственно, когда Сталин решил возродить РПЦ, да, соответственно, постоянно были священники, которые пытались нести Слово Божие пастве, и которых сажали в застенки. Ну, а высшие иерархи, это известно, это давно известно, всегда были агентами КГБ. Поэтому, ну что, тут можно говорить про, соответственно, Кирилла, да? Кроме того, что ну, просто слов приличных нету, которые можно сказать про РПЦ в виде сегодняшнего. Пані Оля, ну якщо вже згадали ми і про патріарха Кирила, і хочеться додати трохи таку конспірологічну нотку в нашу розмову, бо зовсім нещодавно дізнався, що є ось такі обговорення, вони досить активні в соцмережах, в тому числі і серед експертного середовища, і вже давно ведуться ці розмови. Знаєте, що патріарх Кирил – це насправді кримінальний авторитет, більш відомий як Япончик, там і дуже багато збіжностей дивилися, і по вигляду, там і по цьому, по різних біографічних даних врешті, що ніби якось це все співпадає, так, що тоді, коли зник Япончик, поховання відбувалося в закритій труні, тобто ніхто не бачив, і тут з'явився патріарх Кирил в ось такому вигляді. От що ви загалом думаєте про це, і як ви вважаєте, це Путін міг до такого от прийти врешті? Знаєте, мені кажеться, це слишком таке... Версия слишком хороша для патриарха Кирилла. Мне кажется, что сегодняшние кремлевские, они хуже гораздо, чем авторитеты преступные. Потому что, по крайней мере, у преступных авторитетов есть понятия, есть правила, по которым они живут. А у сегодняшних кремлевских властителей никаких правил нет, кроме того, что они всегда правы.
нет никого, кто мог бы им предъявить какие-то претензии, в отличие от авторитетов. И, на мой взгляд, агентура КГБ во главе РПЦ гораздо хуже, чем если бы это был япончик. Пані Ольго, також варто згадати, що кілька днів тому президент Зеленський, зокрема в інтерв'ю CBS News, сказав про те, що втрата диктатором Путіним українських земель, які були окуповані саме з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України з 22-го року, може призвести і змусити піти диктатора на діалог, безперечно, що на умовах України. На вашу думку, що може стати тим переломним моментом у війні, аби дійсно Путін погодився на мирні перемовини саме на умовах України? Ну, на мій взгляд, єдине, що може привести к мирним переговорам, це если Путина не станет во главе России. Вот я, правда, не верю в то, что Путин может пойти на мирные переговоры. Но в первую очередь потому, что для того, чтобы это, в принципе, появилась возможность, нужно было все время много поставлять оружие Украине. Нужно было делать все, чтобы, собственно, российские войска были отброшены к границам 24 февраля 2022 года, еще в конце 2022 или в начале 2023 года. И тогда, наверное, Путин бы действительно испугался и, возможно, на мирные переговоры пошел. Вот в этой ситуации, когда он совершенно уверен, что рано или поздно Байден выкрутит руки Зеленскому и заставит его сесть за стол переговоров, и я не верю, что он будет готов разговаривать на условиях Украины. Поэтому есть важные вещи, которые все время происходят. Да? То есть все, что сейчас делается, очень важные вещи говорит Макрон. Да? Должно быть абсолютная уверенность внутрироссийских элит, что Запад пойдет до конца, и что он не отдаст ни пяди украинской земли. И в этом случае, возможно, все-таки может запуститься и сценарий дворцового переворота. Ну или сценарий революции. Вот еще раз, я верю только в эти два силовые сценария. Избавление от Путина. Революцию или дворцовый переворот. На мой взгляд, других сценариев нет. Пані Олю, і ще в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський говорив про те, що от не обов'язково ніби як Україні відвоювати всі території станом на 91-й рік, адміністративні кордони України врешті, що достатньо вийти на кордони початку повномасштабного вторгнення, і тоді Путін ніби як він і віддасть просто території. Це зрозуміло, що навряд чи Кремль піде на таке, відверто кажучи, і оця заява, вона, можливо, навіть спирається на таку більш, знаєте, західну аудиторію, що от Україні потрібно трошки допомогти. От просто відвоювати те, що зміг захопити Путін, і тоді дипломатично все це вирішиться. Зрозуміло, що два роки війни – це досить тривалий період. І до цього не готові, можливо, до кінця були і там європейські країни, і Сполучені Штати. І я впевнений, ніхто не був готовий, окрім Росії, яка нарощувала свій потенціал весь час і підтягувала все більше і більше військ до українських кордонів. Тим не менш, два роки минуло, маємо зараз те, що маємо. На ваш погляд, чи довго Росії вистачить, знаєте, ресурсу повести ці бойові дії наразі? Тому що і виробництво, воно збільшується, так? І мобілізація, що найцікавіше, схоже, що ще попереду на території Російської Федерації. Ну, на мій взгляд, російські ресурси не безконечні. І те, що зараз, наприклад, йдуть удари по нефтеперерабатывающим заводам, це добре і правильно. Это приводит к резкому падению вообще количества вырабатываемого бензина внутри России. И по большому счету внутри России возникает все больше и больше проблем. Я не скажу, что это означает, что завтра закончатся все ресурсы. Понятное дело, что на пару лет ресурсов в России еще хватит. Но, во-первых, уже сегодня существует серьезный бюджетный дефицит. И вот то, что мы с вами все время обсуждаем, оно направлено в том, чтобы и граждане России понимали, что единственный их шанс на освобождение – это поражение путинского правительства. И чтобы политические элиты тоже понимали, что поражение путинского правительства дает им шанс. Им шанс, что их не уничтожат, вон сейчас смертную казнь введут, и начнут уже, так сказать, элиты уничтожать. Это же понятно. Это же закон политических репрессий. То есть сначала уничтожат тех, кто хоть какое-то слово сказал против режима, а потом начнут уничтожать тех, кто уже внутри режима.
И, соответственно, единственное спасение для всех – это ликвидация, ну, политическая, по крайней мере, ликвидация Путина как президента Российской Федерации. Но вот чем глубже будет это понимание, тем легче будет подойти к реальным переговорам. А в этом смысле я согласна, конечно, если вывести войска хотя бы на границе 24 февраля 2022 года, конечно, вот в этот момент переговорный процесс можно начинать. Пані Ольго, дуже дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ольга Курносова, політична аналітикиня і головна редакторка порталу «Автор Empire». Дуже вам дякуємо і будемо раді бачити вас у наступних ефірах. До зустрічі. Дякуємо.